Всем привет! Меня зовут Александр, а вы смотрите новый выпуск видеообзора Metal Detector. До весны остался месяц, и на улице порой все еще лютует мороз. Поэтому сегодняшний обзор я начну с суровых северных парней. Смотрим! Шведская Doom Death Metal группа с, мягко говоря, не очень оригинальным названием образовалась совсем недавно. На сегодняшний день они выпустили только несколько демозаписей и мини-альбомов. Их дебютный полновесный альбом выйдет 6 марта. Но, судя по работам команды, которые можно найти в сети, пластинка должна выйти просто отличной. Французская команда, играющая в жанре Industrial New Metal, выпустила свой третий альбом, в который входят 12 треков. Интересный и довольно-таки жесткий материал, временами разбавленный мелодичным вокалом по, так сказать, законам жанра. Группа из Соединенных Штатов, не раз менявшая музыкальное направление, записала свой четвертый альбом из 13 треков, остановившись на жанре металкор. Morning.
Американские альтернативщики Папа Роч выпустили свой 9-й полновесный альбом, включающий в себя 12 треков. Новому альбому стало присуще звучание электроники. Однако, по словам многих поклонников, их песня «Devil» стала отголоском старого звучания. И последняя на сегодня группа в нашем видеообзоре – это Napalm Death. Что можно сказать про этот коллектив? Короче, вы меня поняли. А если серьезно, то это 16-й студийный альбом великобританской grindcore death metal группы, участники которой поддерживают вегетарианство, выступают против вивисекции и активно поддерживают борьбу за права животных. И на сегодня это все, о чем я хотел рассказать. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте комменты, слушайте достойную музыку. Пока!